I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Всем доброе утро. Доброе утро. Сегодня у нас новый день на Пхукете, и мы сейчас отправляемся к слонам. Будем их гладить, кормить, смотреть, фотографироваться. Такая экскурсия в заповедник слонов. Мы заказывали экскурсию в интернете, нашли просто сайт этого заповедника, заполнили анкету там. И оплату можно производить наличными при уже посещении самого парка. Плюс там входит трансфер, о чем мы не знали. И были обрадованы, потому что мы думали, что нам самим туда нужно ехать, а нам пишут, во сколько там за вами, куда заехать. Мы такие, насчет трансфера, это хорошо, это плюс, конечно же. И билет стоит на человека взрослого 1200 бат, 2400 получается на двоих, то есть входит трансфер и полуторачасовая экскурсия уже на самой ферме слонов. Сейчас вот буквально минут через 10, наверное, за нами должна подъехать уже, не знаю, машина, автобус, что-то должно подъехать, так что мы ждем, скоро будем выходить. Покажем вам сегодня все, что увидим на этой ферме. Трансфер уже за нами приехал, пришел нас искать в номер. Ну, мы вовремя, в принципе, вышли в 8, как было сказано. С 8 до 8.15 там уже много народу. Чувствую, мы не одни едем. У нас опять такой же стильный автобус. Style, welcome. С планетами в этом. Смотри. Космос, да. Это мы. Тут есть бриллиант есть. Ну, в этот раз уже за нами после кого-то заезжали. Может, еще за кем-то сейчас поедут, посмотрим. Нас привезли куда-то сюда. Сейчас не знаю, что мы тут будем заполнять. Приехали, в общем, что-то происходит тут. Мы записали список. Вот этот вот товарищ сказал нам, следуйте за мной. И мы следовали за ним, и он нас посадил вот сюда. Здесь вот, наверное, будем готовить еду для слонов, он сказал. Да. Смотрите, нам тут бесплатно водичку выдают. Где-то еще вон там чай, печеньки вот можно в кулере. И вот здесь вот нам сказали, что будем приготовим еду для слонов, а потом пойдем их кормить. Народу много, но, видимо, у всех разные экскурсии, потому что нас спрашивали, вы там души слонам будете или еще что-то. Мы выбрали без всякой воды, просто покормить, погладить, пофоткаться. Это самый минимальный пакет. Тут есть разные по цене пакеты и по вот условиям, как бы, что там будет включено. Давай. Нормально. Ее просто доктор нужен. Еще этот тайц сказал, что у них в Таиланде есть какое-то имя похожее на мое. Да. Он такой то ли Три, то ли Дмитрий, я не понял. Дмитрий, как, короче, какое-то похожее тайское имя, видимо, есть. Он подумал, что это тайц. Да, он подумал, что это тайц. Вот. И он что-то такое ко мне такой, Дмитрий, я просто, ну, как у меня деньги лежат, я подошел, такой, Дмитрий? Я говорю, нет, вот Дмитрий, типа. Вот. Я не Дмитрий. Он Дмитрий. Да, сейчас покажу вам. Ну, тут, в принципе, такая вот палаточка, вот такая вот элефант, вода. В общем-то, все, ждем, что нам скажут. Тут лежат бананы, еще что-то коричневое, еще непонятно, в общем, что-то. Мы что-то будем готовить. Ждем. You know what it is? No. You don't know, huh? No. This one, tamarind. Tamarind? Tamarind. Fruit? For elephant, easy pooping. But can eat as well, no? Can eat very sour. Sour. Awesome. For elephant food. Later on, we're gonna do like this. So elephant do like this one, yeah? For like vitamin bar for elephant. Vitamin, okay. А что это, фрукты? Я не знаю, что это. Is it like a fruit or something? Yeah. Фрукты. Для пищеварения, типа, полезно. Я все понял. Какие-то фрукты непонятные, размятые.
как это... Хорошо, не дуриан, а то будем там вместе. But we have more food to feed them today. But this one, later on, you will make this one just for your experience. Mm-hmm. Yeah, for your experience, we feed them as well for this one. But we have more food today, banana, много разных. Тростник, сахарный тростник, огурцы, бананы. Говорит, можно кормить. Видимо, тоже дадут сейчас. You Ты хочешь пробовать? Я не хочу это пробовать, мне кажется. Выглядит не очень аппетитно, выглядит как мясо какое-то, раздробленное. Мне кажется, как мясо сырое. Паша, пока что у нас идет разделение вот этого фрукта на кусочки для слонов. Говорят, это витамины для слонов. Мы тут узнали, что слон съедает за день от 300 до 500 килограмм еды. Представляете? Полтонны. Жесть, он постоянно ест, кажется. Где-то аппетит. А тут бананов-то пару килограмм, ему явно не хватит. Это, наверное, Санёнку. Это чисто так, типа, десерт. Это не еда. Принесли бананчик. Это наш обед завтра. Медали. Что за медалики? Это что нам дают? Пакетики? А это тебе пакетик говорит. Окей, everyone, I have to say, Sawadikham. Do you know what it means? No. Hi, hello. Hello. Men and boy, we have to say, Sawadikham. If you say Sawadikham, it means lady boy. Okay, it's a okay, lady boy. Women and girls, you have to say, Sawadikham. Sawadika. If you say Sawadika, it means homeboy. Tom. My name is Katai. Katai. Do you know what it means? Animal. Rabbit. Okay, nakap. Everyone, welcome to Elephant Care Park Phuket Nadi. Nowadays we have 7 elephants. Same son of. 7 elephants. We have 2 baby elephants. 2 baby elephants. We have one male and one female. One male, 3 years old. We call him handsome boy. Handsome. And then female, 2 years old. We call her pretty girl. Okay. And then 5 big elephants, all female, no big male. Why? If the big male in the breeding season, it really, really happy, really mad. Do you know? Breeding season, do you know? Do you know breeding season? No, you don't know, right? Man, only man elephant. Breeding season, 1 year, 4 times, 1 time, 1 month. Breeding season, lady elephant come here. Yeah. Boom, 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 boom. Boom, boom. After that, tomorrow, come here. Boom, boom. After that, big female, half pregnant. Breeding season, right? You breeding season, right? You. Okay. The first activity, elephant feeding. Before go feeding elephant, you have to make vitamin ball or supplementary food for feeding elephant. Okay, you make it together, make a ball like this. After that, we have elephant food for you to feed elephant. Okay, for example, how to feed baby elephant. The first they put underneath. After that, baby elephant grabbing the food from the hand and then they eat by themselves. The second tip, baby elephant stand here. You hand down, go closer. Baby elephant hug your neck. Okay, right? Be careful. Sometimes baby boy elephant hit you. Only men, no women. Why? Lady boy elephant, be careful, you be careful. Baby elephant, Barcelona. Be careful. And then, big elephant. How to feed big elephant? The first they put underneath of the elephant run. After that, they eat by themselves. Нам дали медальки с элефантами. Так вам такое. Вот такая история. Welcome. This one, half powder. Just 1 spoon, 1 small spoon. This one, rice paddy. Also 1 small spoon. Turmeric, just a little bit. And 1 small salt.
If you go feeding area, you don't have to peel. This one you have to peel the peel off. After that, you squid it, measure it in a box. Okay, one more. You can peel it. Собираем еду до сна. Чуть соли, да, давай. А я могу растолочь. Давай. Дима будет толочь еду для слона. Вот так вот занимает этот процесс. Cooking for elephant. Такая вкусняшка. Будешь еще одну миску готовить? Да, давай. Сейчас только мне руки надо помыть. Да, вот там душ есть, где-то раковина. Капец, 500 килограмм, 300, 500. Ему это вот будет просто ничего. Отдохнуть. Да. Дима толкун 3000. А я посмотрю. Вот такая вот комкообразная пища получилась. Сделаем вторую миску. Потом надо мыть руки. Это похоже на тот завтрак, который делает Алена дома. Ну, конечно. Полезный, я имею в виду. Ага. Очень аппетитно. Пахнет каким-то овсом. Пахнет бананом. Овсом. Да. Овес. Миксуем, миксуем. Смотри, как я замешал вообще вот то вот. Да, идеально. Как Юнечкины эти отложения. Потом нужно скатать вот такие шарики из этого всего, чтобы проще было давать на слону. А это не знаю, что такое. Тарелочка. Love Melody, вот, пожалуйста. Миленько. Миленько. Дима с жирафиками. Да, первый шарик готов. Сейчас Дима месит второй шарик для слона. И да, готово. Следующий пункт кормления слонов. Мы движемся с нашим экскурсоводом в фиолетовой футболочке. Эти ребята такие тут забавные, все шутки шутят, что-то прикалываются, да? Их как будто из комедионов. Comedy Club, да. Собрали шутейки, один там вообще похож на Стрикса, Беликса, на там, египтянина, который... Который строил, да. Забавно. О, слоники, клево. Вон там baby elephant. Ой, эти бозы. Маленький тоже элефант. Такие бивни маленькие у него. Лайн. Надо в линию встать, Дим, встанем в очередь. У него такие глазки маленькие, смотри. О, Лайн, а? Вот это, конечно, существо. Какие малюты, волосы такие. Хай фай, good morning. Хай фай, да? Хай фай, хай фай. Okay, baby elephant, baby boy, baby girl elephant, banana and cucumber only. Banana and cucumber только. Big elephant, everything, eat everything. Нельзя, дети. Okay, then, huh? Hello everyone, I show you how to feed baby boy, baby girl elephant. Number one, underneath. Number two, feed in the mouth, hand up, you say, one, two. О, боже, прям рот. Open your mouth. Number three. Hand down. Baby elephant. Be careful, nah? Baby boy elephant. Back to me. And then big elephant. Big elephant. Мы какого маленького или большого? Ну вот это большому по-любому. Number two. Hand up. Say. One, two. Микротики. Okay. You feed watermelon for big elephant only. After that, elephant food in the bucket. Are you ready? Hey, let's go. Big elephant, Ah, pack the meat in the mouth. Ah. Look at me, look at me. One more, feed more, yeah. Wow. Look at me! Ah, look at the camera! One sec, look at this! Ah, it's your! Ah, you next, man. It's your bad boy! Ah, you next, Mr. Dimitri! Hello, Dimitri! Yeah. No, no, hold your plate with you. Hold your foot. Stand straight, stand up! Yeah, feet in the mouth. Look at me, mister! Look at the camera, mister! Yeah, look at the camera. Slowly, slowly.
Yeah, Sumatri. Sumatri camera. Dimitri, Sumatri. Thank you. Вот такая заявочка у нас в Библии Элифанга. Классно, классно. Давай, раздавай ему. А, ему все кидают, да? Илюшка, иди сюда, я забираюсь. Пойдем посмотрим еще других слонов. Вон там еще куча еды есть, чтобы их покормить. Да. Идем, возьмем тарелочку, давай я положу. Как они это твердые? Нет, это мне кажется, как-то не очень заходит. Давай я вот эти. Бананы. Сейчас вон огурцы. Вот огурцы еще есть. Пошли покормим слоников. Слоненка покормим. А вот с той стороны еще есть слоненок, слоны разные. Кого он поменьше у людей-то? Кто еще голодный? Мама! Похватит тебе, нет? А погладить можно? Ему нравится такое или нет? А по носику если погладить можно? Погладить хочу. Ой, он такой шершавенький. Идем к слоненку покормить малыша. О, фото, видите, как с ним делают? Он так его охватывает и делает фото. Стоп! Кормим. Слоненок у мамы. С мамой тут, смотрите, какой малыш. Малыш. У меня шкурка, наверное, помягче. Да. Ой, какой хороший. Чешет спинку, да? О, как это мило! Пошли. А как? Прикольно, на слоны такие классные вообще. Миленькие, да? Миленькие, главное, чтобы не на как у нас. Мы сзади идем. Окей. Круто вообще, мы сейчас слоненка вели за хобот.
Так классно. Они такие милашные, такие пупсики хорошие вообще. Понравились мне слоники. Я их так близко, мне кажется, никогда не трогала, не глазила. Да, они такие, у них шкурка какая шерстовая. О, арбузики раздают, так, мы пошли есть. Вот тут вот что-то можно покушать. Китайцы уже налетели. А арбузы это что такое? Мини розовое. Кусочек арбузика возьму. Икс. А это что там? Что-то сладкое. Нам не надо. Прикольно. Вкусные вот эти штучки. Это желе. Такой прикольный холодный Нести здесь в пакетиках. Он сам в пакетике, знаете, как кофе растворимый. Заливаешь холодной водой, и по вкусу прям Нести. Очень вкусно. Вот такая вот здесь была еда. Арбузики, вот такие вкусные конфетки, не знаю, какие-то теплые в стружке кокосовой. Ну, еще там вот печеньки есть, водичка, арбузики, в общем, всякое такое. Все. Дима тут что-то намутил непонятное. Мы будем учиться готовить под тай и тайский салат. So Thai ladies really like it because we don't put oil, we don't put pork inside. You like spicy? No. How many chili? 1, 2, 3, 4, no, 5, 6. Zero. No. Only one. Okay? Okay. We don't put oil, but don't put food or fat inside, so it's healthy. And, yeah, make you like getting more beautiful. Полезный? Да, девушки любят, потому что он легкий, полезный, без тяжелого. Да, я понял. This one is long bean. We put it inside and smash it. Рубрика «Кухня» у нас на канале. Готовим под тай. Нет, это тайский салат. А, тайский салат, да. Готовим тайский салат. Что это? Fish sauce. Рыбный соус, я слышал, да. Good smell, very good. Меня чуть не вырвало. Lime. Yeah, lime. 80% of Thai food will put the lime juice inside. Just squeeze it. 80% тайской еды они кладут лайм, чтобы сбрызнуть. Да, я слышал, да. Ну, я так привожу на всякий случай. Вкусно, да. Apple. Tomato. Tomato. Врунишка. This one is garlic. Garlic. Don't peel it, just put it inside to smash it. Тоже перемалывает. Да. Он получается как пюрешка такой салат, но, наверное, капуста. Это типа соус, наверное, готовят. Соус, да. This one is papaya and carrot. Эти маленькие сушеные креветки. You can try some, taste some. You can just put in the mouth and try. Yeah. Вкусненькие такие соленые, как сушеные. Сушеные креветки вкусные. Да. Then we just smash and mix it, make the sauce together, then it's done. You don't need to cook. Very easy. 5 to 10 minutes can finish that. Быстро готовится, да. Fast. You can buy it on the street, but the price will be 80 baht, 90 baht, 100 baht. Камера, eat first. Сфоткайте перед тем, как есть. Сейчас будет под тай готовить. Gasoline. Газолин, но газолин. Альфа-ней. И яйца. Это большие, маленькие. Гитан. When the oil getting hot, we just put your egg inside and stir it. Ага. Яйца кофе. Then we're gonna put water and Thai flash noodle inside. This one is soft. Стеклянная лапша. It's not like spaghetti, it's hard, you know. Soft, yeah. А он оказывал по лапшичке. For one, for one first. It's not enough, I think.
Рецепт записываем. Next we just put all those ingredients like 酱油, peanuts, tofu, the bean scrum and also the Spanish ring. Это ростки этого чеснока. Чесночный гриль. Мы их не используем. Мама использует салат. Паттайя соус. Inside have tamarind bean, and also have tomato, spicy, chili inside. So we mix it together and pour inside. Да, соус чили сейчас будет здесь. Паттайя соус. You like spicy? No. A little bit, okay. A little bit. I don't know. If you say I want just a little bit spicy, yeah, a little bit spicy, but spicy. But we always ask about no spice at all, no pepper, no chili, and it's always spicy. Just spicy, yeah, that's it. Because for them, if without spicy, they think it's not food. No, yeah, it's not food. So yeah, уже выглядит вкусно, да? Ma-cai. Красиво, да. Разноцветное все такое. А, чурсай, чурсай, все. Еще остались. Мы не в Паттайе ели, там тофу не было. Тут есть тофу. Does always Паттайя has tofu cheese? Tofu? Always? Because I think that they ate some Paттайя and I don't remember something like. Some restaurant put a lot, some restaurant just put a little. Ah, maybe a little, yeah. Thank you. Salt? It's really spicy, huh? 就是 salt. 两个都是辣的，少辣和多辣啊。 Thank you. Thank you. Нам выдали вкус. Really spicy? Okay. We will be careful. Говорит spicy. Может шутит, может не шутит. Сейчас узнаем. Even only one piece or half piece is really spicy. Really spicy. Okay. We have water. Вот сколько бы мы тут не покупали каких-то вот экскурсий, допустим, мы плавали на острова Симиланские, очень понравилось. И вот сейчас купили... Элефант. Блин, ссылочку оставим на это место, да. Очень, то есть как бы все стоит своих денег. Вот я прям ни разу не пожалел, очень все нравится. Нам сказали, что это очень спайси, даже если маленький чили. Пробуй. Это спайси. Но средний уровень для меня. Кажется, мы уже стали спайси-менами и герлами. Салатик, мне кажется, не спайси, хотя тоже чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, давай тогда кушать. По моя очередь попробовать. Вижу эти мелкие креветочки. И очень мелкие чили, смотри. После вкуса я заканчиваю спайси. Чуешь, да? Начинает язык жечь. Тофу вкусный, я хочу, чтобы тофу съела. Ну как? Классный тофу, да? Тофу классно вообще. Вкусно. Всем приятного аппетита. Следующий пункт на сегодня – это водопад. Сейчас строим маршрут, где-то полчаса до водопада ехать на байке. Поедем туда, сейчас уже скоро начнется солнцепёк, и под самый вот солнцепёк планируем по тенечку походить по водопаду. А после вечером на пляжик. Мой супер стиль байкерский. Голубой у меня шлем, очочки. Здесь, конечно, плохо, что у этих шлемов нет такого стекла, потому что очень ветер сильно дует иногда, и песок летит, но хотя бы очки как-то защищают. Close.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on написано 300 метров до водопада. Есть туалеты и гиббоны rehabilitation. А, тут гиббоны, кстати, 100 метров. Идет черепашка-ниндзя. Обезьяны орут. Да, тут центр реабилитации гиббонов еще есть. Может, туда сходим? Посмотрим, как реабилитируются гиббоны. Написано, что нельзя кормить животных, трогать, они охотятся, ничего не забирать из леса, не шуметь, не резать деревья, не поджигать деревья, не играть в азартные игры, не мусорить, не пить алкоголь, не без животных. Химикаты запрещены, ограничения подкладываются. Здесь вообще пешком только ходить, вон, смотрите. Эть. Дальше никак не проедешь. Это вывеска Gibbon Rehabilitation Project, и прям слышно, как они кричат. Вот. Чисто Дима, Gibbon. Gibbon Rehabilitation Center, нужно отдельный билет покупать. Например, следующая сессия будет 2 часа дня. Вообще в 10.30, 12.30 и 2 часа дня. Взрослый билет стоит 1000 бат. Этот водопад называется Bangpay Waterfall. Пойдем смотреть его. Вот здесь, кажется, так заканчивается водопад. Тут такая уже водичка сточная, проточная, переточная. Так, главное не упасть. Хотели тут мороженку при входе купить. Оказалось, там только закуски и вода. Но нам сказали, вроде как дальше можно пройти, что-то еще должно быть. Здесь уже прикольно, самое лучшее время, чтобы провести, наверное, вот этот вот дневной зной. Да, когда жара в этом лесочке. Да, я думаю, подходящее место погулять, послушать гиббонов. Они так истошно кричат. Такие, да, смотри, какие-то как лианы. Да, это походу лианы. Вон, видишь? Лианы висят. Ну, в джунгли надо обязательно сходить, в Таиланде. Смотри, какая бабочка. Вон, она как листочек. С листвой. Она сливается с листвой. Такое ощущение, что под ногами сейчас какая-нибудь змея выползет. Да. Еще да. Какая-нибудь хреновина. Тоже немножко напрягаюсь. Стука же все. Там полотенцы были, как будто обменили гнездо. О, рыба, я жир палает. Где? Видишь, рыбешка небольшая? О, что-то вот где? А? Не вижу. А, ну, она прям со дном сливает. Thank you.
Вот и водопад, и куча людей. В купальниках фоткается у водопада. Be careful, будьте осторожны. Аккуратно здесь надо. Прыгать, do not jump. Ну да, прыгать здесь не стоит, мне кажется. Но это какой-то, мне кажется, не весь водопад, или он там дальше? Большой водопад выше, наверное. Вода ледяная. Водичка, водопад. Здравствуйте. Красиво. Вверх лучше не смотри. Молодежь вообще. На этом водопаде поплавали. Очень классно, понравилось. Там сверху только будьте аккуратнее, огромные пауки и паутины. Ну, лучше вообще даже наверх не смотреть, наверное, некоторым, кто боится всей этой живности. А так, прохладная водичка, когда под водопад залазишь, как гидромассаж. Очень понравилось. Сейчас еще, может быть, узнаем про второй водопад. Он вроде с другой стороны. По идее, их должна соединять тропа. Но тропу эту закрыли. У меня есть предположение, что как бы 400 бат ты платишь, и у тебя в распоряжении большая эко-тропа и два водопада. Но, видимо, ушлые тайцы решили закрыть тропу и брать по 400 бат за каждый водопад. То есть объезжаешь с другой стороны, там водопад 400 бат, объезжаешь с этой стороны, тут водопад 400 бат. Но это, по-моему, как-то не очень, да? Оно, наверное, даже стоит 400 бат. Но хотелось бы, конечно, два водопада. Причем второй, он, по-моему, совсем другой. Алена, как говорит, ей он, ну, судя по фотографиям, по видео больше нравится, типа он интереснее. Мы выходим с водопада и планируем поехать покушать в той кафешке, в которой мы были вчера, рядом с нашим домом. Такая уютная семейная кафешка. Ехать минут 35-40, наверное, отсюда до туда. После чего мы перекусим и отправимся на пляж, где хотим покататься на квадроциклах. Все-таки в прошлый раз нам это не удалось, но сегодня, я думаю, все получится. Fueled by love to see the horizon. Turn.
ехали в ту самую кафешку, в которой в прошлый раз кушали. Нам опять принесли водичку, арбузики, лед. И вот сейчас менюшка, выбираем наш сегодняшний обед. Расскажи про нашу Диму, дорогу. Дима, он здесь спотевший. Стоит ли она того? Ну, мы ехали очень долго до этого водопада. Наверное, мы сейчас закажем и потом расскажем, что к чему. Немножко вообще впечатлений о водопаде. Лично от нас, вот от нашего дома, где мы здесь снимаем жилье, ехать долго. Мы ехали, не знаю, сколько, минут 40, 40, минут туда, да, 40 на байке. Обратно по трассе, по раскаленному асфальту, очень жарко, у меня вот где-то от лямок, лямка рюкзака. Да. Такое движение там активное. Ну, не знаю, вообще, честно говоря, стоит он того или нет. Плюс 400 бат с человека, 800 бат за 15 минут ходить. Ну, не 15 минут, ну, там полчаса вы спокойно гуляете, фотографируетесь и обратно, например, столько. Ну, это если там постоять, пофоткаться, что-то, поснимать видео. Если, конечно, тупо дойти, то 15, да, минут. Да, то есть, как бы, не знаю. И плюс еще ко всему, когда мы приехали туда, там стоял то ли, ну, какой-то, не знаю, человек, в форме, который собирает деньги, да, в форме, нормальный. Он взял 800 бат, мы проехали, а потом мы хотели вернуть часть денег, потому что водопад один. И когда мы поехали уже обратно, там сидел обдолбанный просто тайец, он вот так вот просто, вот, ну, видимо, что-то он употреблял. Да, он вообще не понимал ни по-тайски, ни по-английски, никак мы ему. Он такой, чё? И мимо него все проезжали бесплатно. Да, да, да. То есть как повезет. И мы почему два водопада? Потому что в интернете было написано, что там есть тропа, а от одного водопада можно пройти ко второму водопаду. И это как бы все один парк. А по итогу оказалось, эта тропа перекрыта, и там нельзя пройти по факту. Не знаю, что у них с тропой, либо, как я уже сказала, они мошенничают, ну, бабки зарабатывают. Либо ее как-то реставрируют, но деньги все так же берут. Но обдолбанный таец нам сказал, что... Типа 10 километров идти. До другого водопада, и якобы только с утра. Может, да, с утра его открывать, что долго ходить, чтобы там интернет тропе до вечера не застрял. Возможно, не знаю. Возможно, как такой вариант. Ну, в общем, если вы близко, съездите, поплавайте в водопаде, сделайте красивые фотографии, холодненькая водичка, сверху огромные такие пауки с мою руку на вас кусят. Да, обязательно. Обязательно. А если вы далеко, как мы, ну, не знаю, посмотрите что-то поближе, либо в другое место съездите. Но если вы здесь вообще живете или на несколько месяцев, то съездите. Ну и всем приятного аппетита, мы будем ждать еду. Ждем. Есть арбузы. Барбузик. Принесли коктейли нам ананасовые, вот в таких вот красивых стаканчиках. Нам они что-то вчера понравились, когда мы здесь были. Видели, как смотрите предыдущее видео, пробуй. Очень вкусный такой ананасовый вкус, холодненький. Алене очень здесь ананасы нравятся. Ну, мне в целом здесь все нравится. Манго просто, он такой специфический. Мне кажется, он много не сильный. Он очень сладкий. Ну, да. Он такой сладкий, но не супер. Сладко-кислый. Много не поешь особо именно манго. Ананас можно есть побольше. Да, еще милые такие кружечки с котиками. Да, класс. Принесли просто гигантскую порцию красной рыбы с рисом. Здесь немножко картошки фри, овощи. И у Димы такая же красота. Влюбился в это место, буду сюда из Питера ездить и есть. Да, да, да. Это стоит 189 бат. Время банана в обороте. Я уже умяла половину, осталось Диме наполовину. Ну, это классика. Без банана в обороте тюрьмы никуда. Вообще, да. На пляж, тут от кафешки 3 минуты, даже 2, не знаю, на байке. И вот уже пляж. Надо сейчас еще найти Машу с Женей. Мы договорились встретиться где-то в 16:30 на пляже, но где, не знаем. А у них сел телефон, поэтому это будет сложно. Но постараемся найтись. Здесь вот прям самый край пляжа, но это самая ближайшая точка к нам. Потом до дома ехать. Кстати, вот тут, наверное, Ямахи сдают. Да. Сейчас почему-то еще нет отлива. Мы когда были здесь в прошлый раз вечером, такой сильный отлив был. И пляж был очень широким, и сейчас узенький совсем. Мы сидим и ждем, когда пойдем кататься на байках. Да, что-то сегодня солнце печет. Солнце печет уже почти 5 вечера, а так шпарит. Ждем, когда будет полегче. Не так пекло, не такое. Окей, дистанс. Метимамбе Айлен. Айлен? Да, Метимамбе Айлен. О, новый Айлен. Максимально. Я не пытаюсь уклонить. Не пытаюсь уклонить. Короче, в лодке не заезжать. Аутсайд. Аутсайд. Окей.
5 минус, yeah? Плюс минус. Чуть больше. Все, мы сняли байк, наверное. Да? Эти два? Или какие? Окей. Ой, бобо. Давай, садись ты вперед. Somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No song. Да, я вас заснял нормально, там лучше думать.